Майские пенсии будут больше. Правда, не у всех. В пенсионном фонде пояснили, кто претендует на надбавку. Среди них те, кто получает минимальную пенсию по возрасту или за потерю кормильца. Больше начислят участникам боевых действий, инвалидам, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, ветеранам войны, донорам и тем, кто имеет особые заслуги перед Украиной. Больше, чем остальным, добавят по уходу за инвалидами. Впрочем, размер и этой суммы значительным назвать сложно. Перерахувалася і державна соціальна допомога на догляд. По цій категорії осіб найсуттєвіше відбулося збільшення. Якщо в середньому збільшення складає 55 гривень 10 копійок, то у цієї категорії громадян середнє збільшення склало 115 гривень.